Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев пообещал уволить начальников департамента полиции по Владарской области. На приеме граждан в партии Нурятан глава МВД Ерлан Тургумбаев остался недоволен работой сотрудников полиции по Владарской области. Большая часть обращавшихся с различными вопросами к министру приехали именно из этого региона. Жительница Экибастуза на Аляна и Машва лишилась родителей из-за взрыва газового баллона. Его купили на автозаправочной станции в декабре 2018 года. Он не использовался, просто стоял у нас возникает пожар, родители получают ожоги обширные, у мамы 95%, у папы 73%, у меня также 73%, а у дочери 60%. Нас перевозят в реанимацию. На третьи сутки мама погибает. Проводит уголовное дело по статье 204, уничтожение и повреждение чужого имущества, рассказала жительница Кибастуза Аляна Машева. По ее словам, После чрезвычайного происшествия полицейские так и не завели уголовное дело. Виновных в гибели людей не наказали. В деле нет людей, которые погибли. Это мать и отец. Племянница и внучка стали инвалидами. Виновных нет, статьи нет. В полиции города Экибастузы задаем вопросы, но нам отвечают, что у них 120 дел и они все не помнят. Позже нас вызывают к начальнику полиции, говорят о том, что дело будут передавать в гражданский суд. Есть потерпевшие, пострадавшие, но есть ведь виновные. На автозаправочной станции есть видеонаблюдение, есть инструкция, что они не имеют права заправлять газовые баллоны, но заправляют у них необразованные люди, добавила пострадавшая. В ответ на жалобу женщина министра поручил зарегистрировать уголовное дело по факту взрыва газового баллона. Пройдете в МВД. В следственный департамент. У нас все проверит и дело зарегистрируют. Плюс отправьте людей туда. Пусть на месте опросят всех на автозаправочной станции. Кто принимал участие? Возобновляйте пожарно-техническую экспертизу. Тем более лица известные. В отношении лиц. Привлекайте. Нет там сложностей. Дождитесь только обязательно. Поручил он помощникам. После этого Тургумбаев пообещал направить в Павлодарскую область специальную комиссию из зачастых обращений граждан в МВД. Представители министерства проверят работу своих коллег. Подготовь приказ о наказании, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Павлодар, на связи, когда ваш начальник департамента выйдет из отпуска, я проверку отправлю по этому поводу. Большой привет ему передай. Готовьте приказ о наказании, вплоть до освобождения от должности. Два человека погибли, двое получили ожоги, и нет виноватых. Вообще, по Павла Дару, я недоволен вашей работой. Люди вот приходят с жалобами. Никакой реакции нет. И беззаконие у вас там. Сейчас я проверку отправлю по всем фактам, сказал Тургумбаев. На этом у нас все. кому понравилось ставим лайк, подписываемся на канал, жмем на колокол, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока, пока!